Там все тебе принадлежит, ничего не подкинули. «Все мое» – это два пакетика с марихуаной и самодельное устройство из пластиковой бутылки и фольги для потребления наркотика. Владельцем запрещенного набора оказался 19-летний студент одного из техникумов в Саранском. В результате оперативных мероприятий сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Мордовия поступила информация о незаконном хранении запрещенного вещества жителям Саранска. Вечером 5 октября студента остановили полицейские прямо на улице и в присутствии понятых досмотрели его рюкзак. Весь процесс оперативники снимали на видео. Так, видели, ребят? Два пакетика. Один, второй. Житель Саранска рассказал, что приобрел марихуану через тайник-закладку. Сбывать не собирался, хотел использовать для личного потребления. Дознаватели 3-го отдела полиции Саранска завели на студента уголовное дело о незаконном приобретении и хранении запрещенных веществ. После юношу отпустили под обязательство о явке. Анастасия Есемушева, программа «Происшествия».